Привет, с вами Алекс Гетч. У вас на носу контрольная работа по математике или вы хотите запросто получать хорошие оценки за быстрые и правильные решения примеров, уравнений? Тогда вам нужно приложение для iOS Photomask от ребят из студии MicroBlink, которые занимаются технологиями распознавания текста для камер мобильных телефонов. Эта технология была использована как раз при создании данной программы. Давайте попробуем решить парочку примеров из моего учебника по математике с помощью Photomask и камеры на моем айфоне. Photomask станет для вас прекрасным помощником при решении различных математических задачек. Для получения результата достаточно сфотографировать арифметическую задачку или линейное уравнение, а программа без вашего участия умножает, делит, суммирует, вычисляет и извлекает корни. Чтобы узнать подробные шаги решения того или иного примера, нажимаем по кнопке Steps. Ваш учитель в любом случае потребует их при проверке вашей работы. Не напишите же вы ему один ответ и все, тогда у него появятся подозрения насчет ваших решений. На сегодняшний день приложение поддерживает довольно большое количество видов математических задач. Естественно, у этой утилиты есть и некоторые недостатки. Например, первым из них станет нераспознавание уравнений, которые были написаны от руки. Однако оно будет наиболее использованным при выполнении задач из учебников, поэтому это не сильно огорчает. Также за время пользования заметил, что оно полностью не учитывает скобки, уравнение примеры со степенью определяет плохо. Конечно же, есть маленькие недочеты, без них не обошлось, но все это будет исправлено в будущих апдейтах, которые придут в магазины приложений App Store и Windows Phone Store не просто с исправленными проблемами, а и с гораздо большим функционалом. Теперь можете представить, что только будут придумывать сотрудники из Министерства образования для борьбы с подобными вещами. Как-никак, а примеры в билетах будут в виде капчи. Смешно, но так оно и будет. Уверен, что после просмотра этого видео интерес к такому приложению появится у многих школьников и студентов, а возможно и у родителей. Кому-то это пригодится, к примеру, чтобы проверять домашнее задание своих детей. Давайте попробуем узнать об этом через комментарии. Кому из вас и для чего сможет понадобиться такое приложение? Ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм и не забывайте подписываться на мой YouTube-канал для следующих видеообзоров. До скорых встреч, пока!